В общем, приехал на пруд. На пруд взял китайский такой эхолот, не знаю. Я его года два назад тестировал, что-то он мне шибко не понравился. Ну, на всякий случай взял. Взял китайский спиннинг входной, да? В принципе, спиннинг неплохой. В общем, сейчас я постараюсь покидать тут маленько. Ну, чисто так это. Попадется, не попадется, я, конечно, не знаю. Но покидаю, в общем. Давайте что-нибудь возьмем такое. А вдруг что-то попадется. Чисто так походить, вспомнить это все хозяйство. Я же не рыбак, так иногда удочки, спиннинги, донки, даже два фидера есть, а не рыбачу почему-то, не знаю. Не мое, о, Миш, даже сбросить не могу. Ладно, сейчас что-нибудь все равно поймаю. Я додумаю, ребят. Просто надо уметь это все делать. Покидаю с этой штукой, там поменяем наживку. Не кричите, я к вам не лезу.
Эхолот. Я уже забыл, как им пользоваться. Ну, в первую очередь надо мне его прицепить. Давайте прицепим. Потом оно включится. Включается. Что-то не то. А вот включился все. Сигнал пошел. Закручиваем, чтобы вода не попадала. Вот такой вот, ребят. Вот. Вот это у него приемник. С антенной приемник. Забросить и посмотреть. О, слушайте, не знаю, вам видно, не видно. Начало показывать что-то. О, рыбка. Рыбка. Так. Маленько тут у меня. Так. И он у меня. Ух ты! Рыбки большие тут стоят. Ну такой бюджетненький вариант. Ну, что-то показывает, ребятки. Подальше бы закинуть. Сейчас я попробую подальше закинуть. Не знаю, вам видно, не видно. Даже у самой. Ух ты, что-то тут полно. Полно. Вот в этой коряге. Покидать, попробовать спиннингом. Что-то даже заинтересовался. Ну, в общем, ребята, вот как-то так. Сейчас я попробую поменять наживку и покидаю вот тут. Тут вот возле этой палки стояли. Не знаю, что там стоит. Может, просто белая рыба. Не хищная.
Ладно, закругляться буду. Рыбка есть, но не щука. Щуку надо на ту сторону идти, и для этого надо лодку. Лодки у меня нет. Ну все, ребята, все, заканчиваю я это дело. Все, погода отличная. Живи да радуйся. Все, всем привет и всем пока.